Отреставрированную мемориальную доску герою-подводнику Магомету Гаджиеву открыли в Североморске в преддверии 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Здесь, на главной базе Северного флота, на улице, носящей имя дагестанца, собрались ветераны вооруженных сил, представители управления ФСБ России, военнослужащие краснознаменной дивизии подводных лодок флота и другие приглашенные гости. Собравшиеся почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к монументу. Thank you.